Всем зрителям большой привет, с вами Ктархонт, 11 серия Медиаматрики. Продолжаем нашу великую большую кампанию за местных, скажем так, галов. Ну, которые, да, скоро галов-то уж создадут, а на самом деле-то они уже выглядят как гал. Я думаю, может быть, мы потом с вами до Галатии доберемся? Типа там создать вообще немножко. Хотя с другой, ну да, можно. Тип племенной строй, племенная федерация. Добраться-то недалеко и победить несложно. Ну да ладно. А мы могли что-нибудь и другое принять. Уровень цивилизованности. Август Триверов, да? И медиаматрики, расширенная власть совета. И демократия у нас будет. Ну, не знаю, нужна ли нам особо эта демократия с вами в данном-то раскладе-то. А цивилизованность здесь 38 пока, так что, как вы понимаете, до этого добиваться нам сейчас с вами очень долго. Но, почему бы и нет, можно, конечно, заняться. А здесь нам надо любой персонаж. Не является вождем клана, верность не меньше 33. Ага, понятно. Ну, тоже цивилизованность, короче, полтинник. Везде, в любом случае, полтинник добивать, сами понимаете, это очень долго, поэтому... Что у нас тут сразу же сыпется? Торговля, войн полно, ух. А чем здесь по войнам? Наверное, можем... О, смотри. Дуратригия, Лингвонь. О, интересно. Это можно сюда выпилиться, сюда выпилиться, сюда. Но 49 и 21 когорта, конечно, это интересно. С другой стороны, зато, смотрите, это часть этого региона. Это часть цельного региона. И вот это вот можно забрать, как части тоже нашего региона. Кстати, это интересно. Тогда надо, наверное, нам подуменьшить будет до 40 хотя бы. Наверное, может быть, даже и больше. А если я нападу сразу на тебя? Сколько у них здесь союзов-то, как видите. Ну не, это невыгодно. Хотя можно вот так вот. Что за сан... 14-42. То есть на Арикомикию напасть. Это сразу же стать соседом с Римом, да, называется? Сразу же просто взять и стать соседом с Римом. На самом деле нам эти-то земли особо не сдались. Нам интереснее вот сюда вот напасть. Но это очень много союзников. А вот эту вот страну можно оставить в надежде на то, что рано или поздно ее кто-нибудь попилит, либо она кого-нибудь съест. То есть имеет смысл оставлять большие страны на самом... Во, смотри, классный. Як. Смерть. О, ура. Корабль крушения. Таутал. О, смотри, 520. Держава медиаматрики потерять. Провинция Сисимия получает инвестиции в местную торговлю, путь местного импорта плюс один до конца. Интересно. Интересно, давай возьмем. Я не против. Мне даже это интересно стало. Так, подожди. Я вот эту армию хотел распустить. Ну, а то как-то, знаешь ли, дороговато на нее тратится так много. Давайте сюда. Он опять же будет ее делать огромный. А подожди, а путь импорта? А что за Сисимия? А сейчас вот найди, кстати, эту провинцию, попробуй. А, вот она, Сисимия. Да, мы же можем сюда что-нибудь закупить. Рыба здесь есть? Есть. То есть, как бы еще одна рыба здесь сильно не... Ну, на 0,02 всего. Соль, цена, содержание, меха, опыт, конопля, производительность, овощи, лимит снабжения. Дерево, ладно, лошади тоже. Ну, по сути, да, на рыбу. Хорошо. Ну, потом понимаю, что избыток, конечно, это не очень хорошо. Но сыграем от избытка тогда. А почему я не могу объединить? То есть ты не хочешь объединиться с этой армией? Да серьезно. Вот и странный. Объединяться он не желает. Взял бы, объединился, проблемы никаких нет. Варвара. О! Смотри-ка, 16. Ага, 16. 16. Это интересненько. Интересненько. Так, наверное, две легкие пехоты тогда наймем. Не, ну это неприятно. Варвары-то становятся сильнее, знаете ли. Метатели дротиков, два отряда. 15, да? Когорты сюда на самом деле не в теме. Давай еще одну пехоту туда наймем. Варвары, конечно, здесь прям молодцы такие. Вылезли такие нежданно, негаданно, да?
Давайте объединять. Ну, меня хотя бы радует, что я их затормозил. То есть крепость дала свою цель. Я затормозил, я успеваю нанять все это дело хотя бы. Что, безусловно-то, удобно. Так, 7, 8, 6. Нормально на тебя налеты влияют? Нормально, даже 14%. Правда, он, скорее всего, не на узком проходе, а на лосе. А против лося есть бонусы? Да, узкий проход. Хотя он может быть и не на лосе. Я же не знаю, на какой он. Подожди. А можно как-нибудь узнать? 3000 на осаде потерял. Неплохо. 7-7 у него, да? Показать вид войск. Ну, это просто виды войск. Нельзя, да, посмотреть, к сожалению. Прямота, честолюбие, лукавство. Просто была бы возможность как-нибудь подглядеть и узнать, а как он вообще считает? То есть, кем он там управляется? Под какой... Под каким налетом, скажем так? Да ладно. Давай нападать. Давай нападай, пожалуйста. Он там как раз тает на осаде, так что все нормально. О, как мы рвем хорошо. А нельзя в эту битву впустить еще войска? Не, нельзя. Ну, я же говорил, это будет этот... Обычный... Лось. Даже ничего не меняется. Так, ну мы сразу же поймали, разобрались. Варвары побеждены. Единственное, нам тут надо по снабжению где-нибудь глянуть. Ну, на 5 пока 16. А, ну, в принципе, хватает. Давай, наверное, его... А может быть... Не, вот сюда, да, в город. Будем недалеко от варваров. Если что, подкрепа придет. Быстренько. Хорошо. Так, свита. Вот, ты убавил свою свиту. Молодец. Ну, хотя бы правильно сделал. А то я знаю, их наберут все свиту, а потом мне мучайся. С их огромными размерами. И пытайся понять вообще, что, зачем, почему они это сделали, да? 3700 всего. От Рима очень сильно, кстати, отстаём. Но это Рим, знаете ли. Рим — это такая страна, что тут тебе не попляшешь. 200к город. Буровики. Хотя странно, здесь уже должно быть немало ассимилированных. Хотя как, я что-то не вижу. В некоторых принципах вообще ассимилированных нет. А может быть плохой? На пятеру. Ну знаешь ли, на пятеру, да, не такое же. Налоги в державу. Добродушие. Что нам это даст? Максимум друзей, отношение к Даникому. Ну, такое себе на самом деле. Да ладно. Так, здесь крепость я не вижу смысла. Здесь крепость пускай стоит. И немножко денег, естественно, себе за это имеем. Так. А ты вообще здесь работаешь или нет? Что-то как-то... Какой шанс ассимиляции? 17%, что Триверскую примет. А можно тебя заменить? Можно ведь? Можно, наверное, сменить губернатор. Что нам это даст? Местные... Во! Смотри, как классно. Только ты, конечно, молодец, ты поставил все на... Не на то, на самом деле. Во. Не, я тебя менять не буду. Ну нафига ты это делаешь? Дай мне культурную ассимиляцию везде. Вот, молодец. Ой, какой он зараза. Как его еще мягче назвать? Заразой, да, только, наверное. Он везде выставил все, что ему удобнее. Все, что ему нравится. Вместо культурной ассимиляции, всего остального. Зафига мне с этим морочиться, да? Нафига мне здесь культурная ассимиляция, когда могу забить на это, да? Молодец. Хотя, с другой стороны, здесь удобно то, что правитель другой. Благодаря этому мы очень хорошо здесь идем. Здесь вот нужна культурная ассимиляция. Я, конечно, понимаю, новенький, он начинает обогащаться, самостоятельно как-то это делать, но глупо. Глупо выглядит. Тирания. А на тирании вообще все равно. Мне вообще как-то все равно. Он 10. Ну, 34. Да, соглашусь. Что здесь содержаться тебе было бы интересно. Ну, что есть. А на тебя нападать? Эдуйское восстание. У Эдуйского восстания ничего особого нет. Ну, восстание, конечно, вообще. Одно за одним. Так. Здесь у нас, наверное, здесь на боевой дух. Боевой дух мы ничем особо... А мы ничего заменить пока особо не можем, да. Конец гражданки. Быстрый такой достаточно. У нас уже... У нас, кстати, ежемесячный прирост рекрутов 692 человека. Это очень много, на самом деле. Если так подумать. Хотя у Рима 1300.
То есть, два раза меньше, чем... Ну, хотя Рим. Рим все-таки это Рим. Рим это Рим, а мы это мы. Очень хорошее, на самом деле, объяснение, отмазка, но... Я думаю, вы ее примете. Так, на Лингвоне. О, на саму Лингвоне нет, смысла нет. А вот через тебя, да, я хотел. Да, Лингвоне 32-12. Хм, немецы воюют с кем-то, да? Война. А ты у нас... Ну, вот эти вот, Дуратриги. Дуратриги. 36-32. 209. Интересно, конечно, выглядит заманчиво. Заманчиво без вопросов. А я могу этих погружать-то вас на кораблики-то? Назвать осаду. Строить дороги, разрушить. Я что-то как-то до сих пор не занимался. Во, наверное. Значит, регион прикрепить. Можно ли в Трирема сажать вообще кого-то? Или все-таки Трирема это чисто транспорт? Давайте посмотрим. Так, тебя, наверное, тогда надо сюда бы подвести. Снабжение. Снабжение здесь более-менее нормальное. Ты оттуда пройдешь, захватишь. Так, к Лингвоне надо поближе войска тогда подводить. 15 сюда. 14, 11. Вообще, эти армии надо будет увеличивать. То есть они сейчас смотрятся неплохо относительно, их потом надо будет увеличить. То есть слишком много мелких армий тоже не очень хорошо. Непокорные племена. Ставку на... Да, нет. Я как-то не вижу смысла. 235 тысяч рекрутов максимум. Ничего себе. 235 тысяч, офигеть. Вот это я армию, да, могу содержать. Сам офигеваю такого количества, на самом деле. Так, варвары еще не скоро здесь появятся, поэтому это ж... Ну, он не вст... А он вступится в войну сейчас? Мне кажется, им вообще... Не... Почему вступается до сих пор? А, Брательный союз, поэтому... Поэтому не влияет его желание. Хм. Грустненько. Губернатор на восьмерочку. Не, ну то, что хороший опытный губернатор, они дают себе знать, конечно. На нуле? Подожди, на нуле? Серьезно? Ну как бы да. А почему на нуле? Вообще на что-нибудь... О, это 0,2. Он поставил 0,28. Так и будет 0,28. Интересно, подожди. 0,27. Хм. Это я... Ой, ну тут уже все заменилось, да? Тоже забыл, на самом деле, то, что он же все меняет. Сейчас тиранию опять растить не хочется. Ну, это беспорядки, да. Здесь было же что-то интересное. Почему это ушло? Подожди. Небольшой минус. Ну, совсем небольшой, кстати. Здесь большой рост. Нельзя здесь культурную ассимиляцию поставить. Здесь тоже культурность. Сколько очков трачу, на самом деле. Ради более-менее хорошего губернатора. Ну, ладно, оставим как есть тогда. Хорошо. Ладно, здесь пускай будет тогда торговля деревом. Ну, деревом. Хорошо. Плюс один налоги, хотя уже были. А, ну дополнительные налоги плюс 3. Хорошо. 25 монет. Оратора заменить бы. Более опытным на девяточку, на десяточку бы. Оратор-то есть на десяточку, но он экспансию режет. Не, я экспансию не хочу. Экспансию тратить таким образом не хочется. Так, смерть. Это кем был? А, магнатом был? Магнатом, говорю, магистратом. Магнатом, конечно. Магнатик. Плюс 16 налоги в державу. А, Лингония тоже, кстати, страдает. Так. Так, так, так. Не очень хорошо. Установили репутацию. Давай поможем. Да, хорош у тебя. Вау, вау, вау. А я разделить не могу, да? А, ну да, я же разделить не могу. Я мог бы на какой-нибудь армию вот вроде бы этой попробовать. Подожди. Тебе обязательно сюда, да? Ну, да, давай тогда вот так вот сделаем. Эти острова же не отдельно, естественно.
Просто как одна пробочка. То у меня на островах так много народу живет, ничего себе. Вот, типа здесь народ, да? Строить для флота, создать новое прикрепление. Так, назначить регион, реорганизация, прикрепление, марш-бросок, разделить, вербовать. Нет, я прям так просто... Прям так просто не могу. Выбрать цель. Атаковать, разведка, держаться в резерве, сражаться, защищать границы, независимые боевые действия. Интересно. Впечатление, нет доступа. Мне кажется, это надо не тогда, получается, не три ремы. Они же все-таки боевые, да? Нам просто другие корабли надо. Или что? Или что? Вопрос хороший. Или что? Так, подожди, по наему. Галера. Скорость движения, урон против трирем. Ну разве галера не за транспорт? По-моему, галера за транспорт. Хм. Ну да ладно. Допустим. Допустим, я не знаю, откуда им подействовать. Хорошо. Тогда давай, наверное, 21, 19. Ну, чтобы быстрее в атаку пойти со всех направлений. Так, сделаем. Колонизировать бы я не против, но пока там по культуре все. Ой, Лингвония. И Немеция, как ведь. Захотел, называется, на них напасть. Угу. Вот этот, конечно, мне... Это уже получается крупрегиональная держава. 568 населения. Хм. Может быть, тогда плюнуть и объявить войну сюда? Интересно. Кстати, не такой, такой немалый блок заберем. Притом, если по решениям посмотреть, то у него ничего нет на самом деле. Но мы Рим отрежем сюда. Да, давай Рим от Испании отрежем. Да, давай Рим от Испании отрежем. Отрезать Рим от Испании. Это всегда интересно. 19, 13, 14, 11. Так. Теперь сюда. 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 Тридцатка здесь есть, но я не знаю, куда ее пихнуть уже. Так, давай еще один отряд наемников тогда возьмем. Давай заранее. Мне не жалко. Сюда. Я бы и тебя еще поиспользовал, но тут тебе снабжаться негде почти. Мне интересно, он, получается, вот эту территорию не сможет забрать. То есть крепость на крепость, да, будет влиять? Я на самом деле надеюсь, что это так будет. Теперь, кстати, неудобно племенами руководить. То есть для этого было как-то удобнее. Сейчас они истощаются везде, и что мне делать? Сто благочестия. Ну да. Я не против сотни благочестия, так что можете меня даже не спрашивать про этот повод. Сразу же, если бонус такой хороший, я только за. Так, ну здесь 78. 94 нам надо. Вот видите, при этом... Вау! 100... Норбская Галия. Это где? Вот это, наверное. Да, Нарбонская. Прошу прощения, Нарбонская Галия. Как сытненько смотрится. А он с кем-то воюет? Рим, ну, ай, с Римом война. Не, ну мне надо влетать тогда зарываться, хотя бы что-то забирать. Потому что если война с Римом сейчас, то это вы сами понимаете, к чему приведет. Рим же здесь оттяпает. Хотя это война с Римом в будущем. Это интересно. Да, да, да. Он не готов к ней, это понятное дело. На готового просто залетаем уже. На ослабленного, на... на беззащитного. Вообще же нету ничего. Вообще же ничего нету. Вообще свободен. Да, грустненько. Но он был не готов к этой войне. Там даже где-то тысячу. Всю армию ко мне сюда, ничего себе. Это он самоуверенный. 14к, конечно, смысла не займеет. Успеешь? Успевает. Замечательно. Успел. Хотя вот это от этой армии с толку не было. То есть там армия наемников пришла. Хотя,
массовку создаст. То есть его там Рим мучает, он такой, не, зачем мне с Римом воевать? Там шансов вообще нема. Там шансов нету. Я пойду лучше это. Порублю соседа. Не, в какой-то степени это, конечно, правильно. Правильное решение. Убить меня. Когда можно было бы убить кого-нибудь другого. Грабим, грабим. Ну, хотя бы частички я здесь заберу. То есть частично какие-то территории я смогу забрать. Не все, да, не все, я понимаю. Ну, что поделать. Так, тебя бы, наверное, все-таки поближе. Там сзади эта армия заберет. Так, торговля, торговля. Но он эту Галлию будет забирать. Рим будет эту Галлию пытаться забирать. Мне это, конечно, совершенно не нравится. Но у меня выборов особых нет. Что есть, то есть. Получается, сейчас свою полностью свою армию. О, я, кстати, неплохо вою. Я неплохо и сам вою. То есть, я думал, может быть, придется здесь что-нибудь это... Стараться, еще что-нибудь, а нет. Так, ты пока сюда, ты сюда. Я просто стараюсь войска рядышком держать. То есть, мне на самом деле велико желание отвести их подальше и начать захватывать все подряд. Но есть такая проблема, что он может в любой момент джик. А зачем? А зачем? А зачем? Смотри. Он здесь истощается, истощается. Я сейчас вот так бамц. А, это Арвернское Нагорье. Ой, здесь не пройти. Я понял. Я понял. Тогда это мы сюда. Но этот регион наш, то есть Рим сюда не проберется. Ну, хотя бы вот от этого участка мы его отрежем. Хорошо. Но Рим надо уже будет кусать. Рим в будущем надо будет прям сильно так кусать. Но он не такой сильный, то есть... Губернатор сдох. А, нет, губернатор вся плохая, оборона неплохая. Губернаторы довольно свободных. Вот, вот. Хорошо, як. Прям смачно. Давай только ты будешь культурной ассимиляцией заниматься. Культурной ассимиляцией. И, понятно, у меня денег уже нету. Ну, как сказать, не денег, а этих. Чем тебя запросить? Так, давай-ка сначала... А, наемники где? А где наемники? А, нет. Вот это вот. Я наемников оставил вдалеке и такой, типа, нормально, и так сработаются, да? Так, Рим берет эту крепость, да? Тогда мне надо умудриться быстренько встать сюда. Встать сюда. Мне нельзя отдать эту территорию просто. Так. Так. И... А, тоже наемники. Вот, давай две армии наемников. Они как раз пойдут здесь все зарешают. Варвары. А какого... Какого... Я понял. Хорошо. Хорошо. Я все понял. Я все понял. Вот так вот взяли, пришли, уничтожили. Вот тут вообще зараза. С какого хрена они? Так, налоги в провинции. В любом случае, это не очень приятно смотрится. Так, мне интересно здесь другое. 12, 13, да? Так, забираем. Ну да, крепость пала, как видите, сразу же захват пошел. У нас доход, о, месячный, это. Грабят провинцию. Ладно, здесь разберемся. Так, что нам здесь добавили? Путь импорта в столицу, производитель свободный налог держая. Так, ну мы все можем это взять. Это интересно, это. И, наверное, налог в державе плюс 5. Ну, хотя это не сильно даст бонусов, ну да ладно. 5% это тоже неплохо. Я успею раньше. Ничего не знаю. Нет? Да блин. Серьезно. Просто если он центральный город забирает, то это как бы ему потом засчитывается. Мне это не очень нравится. Это плохо. Успею или не успею? Вопрос хороший. Так, разбил, да? Отлично.
Так, теперь давай возвращайся к этим варварам. Откуда они здесь вообще прибыли? То есть здесь как таковых варварских границ-то нету? Вот это интересно. Римляне бегают так быстро слишком, да еще и захватывают быстро. Зараз такие. Ну, смотри, он быстрее меня побежит, да? А цель-то моей войны не выполнена. Ясно все с тобой. Рим. А, Рим. Ты не охерел ли? Забрать так много территории. Вот, зараза. Ну, ладно. Ладно. 9. 17. У меня нету теперь скидок на то, что я хотел забрать. Я же хотел забрать ту территорию, а у меня теперь ее нету. Вот. Ай. Вот это, конечно, обидно. А, он не националист. Ясно, все. Здесь крепость теперь сюда переехала. Вот. Да, мне надо это... Мне это не надо захватывать, иначе... Все ясно с вами. 241 монетку. Хорошо. Придется. Придется это сделать. Да, конечно, самую богатую территорию-то я не забрал. Но не сильно не... То же самое, дебафы почти. Никакой разницы особой же нету. Так, нет. Не тебя. Оборона. На пятерку, ну такое. Давай тогда тебя, наверное... С меньшей продажностью кто? Вот. Вот так вот поставим. Так, крепость здесь есть, здесь тоже где-то крепость должна быть. Так, ну что тогда? Тебя мы сюда. Рим может в любой момент напасть, поэтому здесь надо быть начеку на самом деле. Тебя сюда, тебя пока сюда. Так, ты у нас. Достаточно большая армия на самом деле. Но здесь где-то был хороший город с содержанием, нет? Хотя, наверное, там все разграблено уже к чертям. И таких городов-то почти не сыскать. Так, 200-200, 312, 280, 185 когорт у Рима. Но он достаточно сильный. А, Рим воюет. Достаточно большим количеством территории. Он прям активно идет в Галлию. Он прям активненько идет в Галлию. Мне надо быть аккуратнее. А то следующий его поход в Галлию может оказаться на меня и... Мне будет не сдобровать. Вау, сколько там бранительных союзов-то. Так, Нагорье окрасилось в мой цвет. Это безусловно классно. Ты можешь здесь культурная ассимиляция? А, дебафает как сильно. Культурная ассимиляция здесь смотрится слишком дорого. А здесь-то... Понятно. Все ради денежек. Все ради денежек. Понятно. Так, зерно. Людские ресурсы локальные. Довольство свободных людей в провинции. А, довольство свободных людей в провинции. Налоги в провинции. Овощи, лимит, лимит. Может быть, все-таки на рост? Рыба, зерно. Рыба есть, зерна нету, кстати. Давай зерно за... Блин, подожди. Зерно, 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 зерно. Локальный прирост. Да, верный вождь. 150 военного. Либо же ораторская. Я бы, наверное, ораторскую взял, на самом деле. Так, от зерна мы бонусы и заимели. Здесь наемников нету нигде? Нет, наемников нет. О, что за Альбикия выделилась? Или она была? Может быть, объявить Риму войну, на самом деле? Ну, а чё? Мы чё, не можем, что ли? Можем? Можем, можем, можем. Можем. Конечно, тяжело будет. Но если собрать все войска, взять наемчиков, то как-то война с Римом будет смотреться вполне себе сносно. 189 когорт, конечно, сами понимаете. 189 когорт будет капать очень медленно. И меркантилизм. Ну, у нас доход торговли просто плюс 25. Можно его, конечно, заменить на милитаризм.
Умиротворение. Ну, 200 монет дали. Замечательно. А можно как-нибудь попросить вот эти вот страны, к примеру, стать моими... А, они же не согласятся. Точно. Они же не согласятся. Чуть-чуть я пытаюсь. Я же помню, что они не согласятся так легко на это дело. Я вот эту Галлию забрал на самом деле. То есть, почему у меня нет... А, вот, есть на Галлию. Смотри-ка. А если она Рим нападает, то за нее никто не заступается. А Карфаген, ты не хочешь стать моим... Нет, конечно же, не хочет. Рима стапка-то еще хорошая, 189. 40 кораблей. Деньги в минусе, потому что содержание армии. Рекрутов, кстати, нема. Так что, если так подумать, то нам можно подкопить, конечно, войска и влететь на Рим. Интересно, интересно. Можно и подумать насчет этого дела. Так, а сколько нам тут? Ну, допустим, мы здесь еще метатели дротиков сюда троечку сделаем. Ну, вот эту армию, чтобы укрепить. А здесь нельзя ничего делать. Здесь можно еще нанять кавалерию, пожалуйста. Можно сюда еще нанять одну кавалерию. Конных лучников. Не, верховых застрельщиков. Даже не знаю. Застрельщиков. Так. Здесь что у нас? 7, 9, 3. Наверное, колесницу еще наймем. Нанять здесь колесничку. Хотя колесница здесь смотрится не очень. Ну да ладно. Так, вот эти вот армии. Они тут есть? Да, да, есть верные. Ну просто если бы не было верных, мы могли бы их объединить спокойно. Вот этих вот, к примеру. А давай, кстати, сделаем. Посмотрим, что к чему выйдет из этого. 72. А, объединились. Смотри-ка. Объединились в единое целое. Заяц здесь идеально подходит. 23, да, только единственная проблема. То, что 23. Ее надо найти куда? Вот сюда вот. А, 22. Подожди. Сюда вот, да? Тебе, наверное, сюда вот так вот лучше отвезти. Хотя, подожди. Да, вот так вот сделаем. Акс. Мы просто немножко армию поднимем, да и сделаем их более-менее сносными. 270, конечно, против Рима смотрится интересно. То есть пойти Рим попилить. Я понимаю, что лучше было бы, конечно, это на финалочку оставить. То есть на последнюю серию уже по красоте, так знаешь ли, сделать. Но с другой стороны, кто нам мешает это сделать сейчас? Чуть раньше. Верные когорты, кстати, так сильно бьют по обычным этим командирам-то. Сюда вот можно тебя отвезти. Так, так, так. Да-да-да-да-да-да-да. Я не против этого дела. Так, 11. Тут вот 11 вообще смотрится слабенько, да? А здесь 14. 25. 25. Большая армия, на самом деле. А вот эти от армии можно сильно не повышать. Их оставить, знаешь, на задний, так скажем, фон. То есть, чтобы они захватывали какие-то мелкие территории. В целом, почему бы их так и не применять? То есть на захват каких-нибудь мелких территорий. Ударная-то у нас армия как бы здесь готова. То есть все хорошо. По снабжению я знаю, что тебе здесь вообще нигде не рада. Да, такую армию просто нигде не посадишь. Армия бы такая не помешала. Здесь только по одной чистой причине, что нам просто надо же чем-то что-то противопоставлять. Не, ну так-то у нас здесь блок-то, конечно, хороший собрался, то есть войск достаточно много. Конец гражданки. Правитель не в браке. У тебя сколько годиков-то правитель? 74 годика. Какой тебе еще брак? Ну давай, устроим брак. Мне кажется, вообще без разницы, устраивать им брак, не устраивать. То есть она же ничего не даст. Ну давай на тебе. Что она ему дала? Да ничего. В общем-то, итоги. В общем-то, итоги ничего. Давайте посмотрим по обзору, что у нас по лояльности. Нормально, 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 нормально. Рост, 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 рост. Падение вот здесь. Вот рост, 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 рост. Но в целом все нормально. Почему-то в Пектонию, кстати, некультурную ассимиляцию поставил. Ну да, как бы. Лимовики. Подожди. Здесь он налоги, да?
Остань дружим. Да-да, пожалуйста, дружите, дружите. Здесь бы я тоже, на самом деле, поставил на культурную ассимиляцию. Выдержит, выдержит. Так-то у нас достаточно большая армада это готова для вступления в войну с Римом. Притом он еще до сих пор сражается, это ему, естественно, будет... Но можно тогда будет забрать... Много-то мы не заберем. И притом Рим так легко не сдастся. Рим... Знаешь, уже такое... Цель войны Рим себе ставлю. Он очень сильно по военке нас обходит. Я вот боюсь на этот счет. Две армии можем наемников взять. Просто я боюсь, что он сильно по военке превосходит. И это может быть очень-очень опасно. То есть я даже не знаю. По военке так опережает сильно. Погоди, я же могу вот этих вот взять, да? 13 монет. Уберите, пожалуйста, во. А, да, сюда. Но только давай лося мы заменим на обман. А то что-то как-то по стандарту действует, сами понимаете, не очень. По одной стандартной схеме везде выходить. Вылетать. Так, ну этим без разницы, кстати. То есть те, которые сзади будут, о, обман, хорош. Тоже на обман неплохо. Надо вообще на соточку стараться где-нибудь раскачивать, надо близко к этому. Так, здесь виски какая-то. Вот наемчики есть. Ну, они не особо боевые, но да ладно. Тоже наемчиков возьмем. У нас в итоге получается не вообще доход копеечный. Сколько там? 0,46, ну да. Как раз, как и надо. То есть небольшой такой совсем доходик. Блин, не успел, кстати, торговлю сделать. Но зато у нас хорошая армия, которая пойдет на Рим. А это надо, потому что Рим сейчас растет. Если мы его хотя бы парочку раз в войнах подрежем, то ему, естественно, будет уже неприятно. Конечно, 189 дает о себе знать. Но если подумать, у нас здесь самая большая проблема, это где-нибудь... А, здесь нету крепости. Ха! То есть мы можем быстренько выйти сюда. А, это платит дань. Имп... То есть мы можем, по сути, вот на эту линию выйти, здесь подзахватывать все, а потом пойти нормально. Смотрится, кстати, очень интересно. То есть смотрится реально интересно. Можно с помощью этого сыграться так-то неплохо, да? Ну, я здесь большую армию свел. Здесь прохода как такового нету, поэтому должно быть красиво. Притом после войны у нас сразу же захват этой территории пойдет. А дальше мы сами-то с вами позахватываем. А здесь есть уровень укреплений. Вот. То есть в основном укрепление будет вот здесь, вот в горах. Но здесь, кстати, очень много гор реально. То есть как бы здесь не так уж и много территорий, которые захватывать надо. Здесь единственное... Подожди. То есть здесь не так-то и много укреплений. Оно вот здесь, вот и вот здесь. Он тут в целом-то и нарисован, что я смотрю-то. То есть вот это вот надо будет сюда пробиться, забрать. Нормально. Можно, кстати, пожить от этого. Гарнизон. Ну да, наверное. Наверное, мы так с вами сделаем. Мне вот эти вот армии, конечно, теперь уже не радуют. То есть они вроде бы наемные, хорошие. А я их поиспользовать-то даже нормально не могу. То есть они просто тупо истощаются и все. Ну, реорганизация. Скорость пополнения, восстановления, цена содержания. Уменьшить нельзя. То есть я бы разделил пополам и дал бы тоже под его брата какого. А хотя, с другой стороны, брата, типа, мало ли брат предаст. И все. Ну да, тоже. Тоже не сделаешь так. У нас вот такие три армии стоит без дела. Это получается сотка тысяч, просто вообще 200 тысяч буквально. Тут даже меньше 200 тысяч здесь. Хотя это примерно равно. Даже не знаю. Давай, ну давай. Ну не знаю, это война такая вот прям... Честно, я раздумываю, надо ли оно нам. С другой стороны, это пока силы, старания как раз. Можем же затащить войск-то больше, рекрутов врага нету, так что можем от этого сыграть. Своих рекрутов мы сильно тратить не будем, если... Да и с другой стороны, победить Рим наконец-то, это интересно. А там и до Карфагена недалеко, да? Ну не, Рим просто выгнать из Галлии. Вот я бы вот его выгнал вот до сюда. Вот до этих вот границ. Здесь горы, три прохода буквально. То есть там, где ему реально будет неудобно двигаться, там наставить крепости и все. То есть это реально очень удобно и очень так-то несложно. Хм. Притом это по решениям, если посмотреть. Да, как раз примерно так и надо. То есть вот нам нужна вот эта территория. То есть вот это забрать можно... Это вот забрать. То есть вот тут, чтобы по горам как раз была территория. Вот это вот забрать нам придется, да? Придется? Не. Вот это, кстати, не обязательно, но я бы забрал все-таки вот эту территорию. Здесь как раз опять же горы. А нам-то Генава здесь нужна.
То есть, в целом, да, наверное, мы сходим в следующую серию на Рим. Я, конечно, подумаю, но потому что все-таки нам рисковать опасно, ибо пересохранки сделать нельзя, но зато мы так-то немало чем можем получить от этой войны, и это интересно, без вопросов. Опытные, кстати, дивизии есть некоторые, то есть, ну, не дивизия, а именно когорты наши, так что... Ну ладно, что есть, то есть, в следующей серии, наверное, все-таки сходим. Я подумаю, там уж напишите, что как. Сиракузы, кстати, ой, сиракузы, сдохли, на самом деле. Грустненько за них, на самом деле, печально, но не смогли. Тут Аритания образуется, достаточно крупная местная держава, она уже, кстати, крупная, да, реально крупная. Вау, одноглазый вождь магистрат Канин Феденази. Я сначала подумал, на самом деле, что это девушка. Ну да ладно. Так, Карфаген. Ну я просто вам показываю, опять же, развитие всех стран. Фригия, кстати, понемножечку отсобирается. Здесь война с Фригией, Ионией, Астаком, Самарией, Кизиком. Египет страдает. Маурцы. 10328, наконец-то. Ну и 689 городов. Бактрия живет, все остальные страны живы, по чуть-чуть где-то расширяются, ну, сами видите. Медленно-медленно, аккуратненько. Рост у наших всех соседей происходит. Они как-то идут кверху, стараются, не сидят на месте, так что все более-менее приятно. Развитие, как таковое, у противников наблюдается, хотя не сильное. То есть мы с вами, да, уже достаточно крупные выглядим державой. Ну, тут по армии вот Египет с нами равен. Рим сейчас, по сути, тоже максимум выставил, потому что он сейчас воюет с большим количеством стран. Кстати, подожди, с македонским восстанием, с Баларией, с Дарданией, с Тавлантией, с Кавией, с Инсубри, с Македонией, с Этолией, с Эпиром. Ну, кстати, все войны у него уже вот здесь вот, то есть... Он включен туда. Но если мы быстро забегаем, забираем, то в целом мы от обороны сможем сыграть и вполне себя победить. Притом здесь армии в основном все наши, то есть и наемники. Ну давай, ладно. Все. Ладно, на этом серия заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, советы. Пишите, что нам делать с Римом. И всем до скорых встреч. Пока-пока.